карточку. Пилотный проект «Рука помощи» Всемирный банк реализует в трех регионах Украины. Жителям Харьковской, Полтавской и Львовской областей финучреждения содействуют трудоустройстве. Участвовать в программе могут переселенцы из Донбасса, а также малообеспеченные официально безработные граждане. Им предоставляют возможность переобучиться и затем трудоустроиться или временно потрудиться на общественных работах. Также банк предоставляет беспроцентную финансовую помощь тем, кто хочет открыть свой бизнес. Допомога з боку Світового банку надається в сумі до 65 тисяч гривень. Але ці кошти не йдуть йому безпосередньо в вигляді готівки. Людина, яка розпочинає свою приватну підприємницьку діяльність, вона замовляє певні товари в межах цієї суми. Це може бути комп'ютер, це може бути якесь інше обладнання. В проекте уже принимают участие 250 жителей области, 96 из них задействованы в общественных работах, 48 трудоустроились на постоянной основе, утверждены 5 бизнес-проектов. Желающие поучаствовать в программе могут обратиться в областной департамент социальной защиты, Госпром, 3-й подъезд, 7-й этаж. Дать им возможность, то есть, как то говорят, дать не рыбу, а удочку, для того, чтобы они смогли работать, быть корисными не только для себя, но и для громады, и для области, и для державы в целом. Тому це дуже важливо, тому що сьогодні дуже активно йде робота і саме на території Харківської області щодо детінізації, щодо легалізації відносин трудових, щодо підвищення рівня соціальних стандартів. О новом проекте министр соцполитики рассказал на встрече с руководителями региональных центров занятости и волонтерами. Представители благотворительных фондов отмечают, чаще всего к ним за помощью обращаются именно по вопросам трудоустройства. Мы работали в этом направлении, мы всегда хотели выйти на органы власти. Поэтому мы очень благодарны, что мы всегда имели поддержку со стороны службы занятости. И когда сегодня вот мы видим, что это уже вышло на более высокий уровень, а это большая работа юридического корпуса, да, всех благотворительных организаций. Мы понимаем, что мы работали не зря, да, и что эта проблема уже оценивается не только нами, как благотворительными организациями, но и государственными структурами. На реализацию пилотного проекта «Рука помощи» в текущем году выделено 20 миллионов гривен. Затем предполагается разработка законопроекта по распространению подобного опыта по всей Украине. Виктория Ивашкевич, Алексей Калмык, медиагруппа «Объектив».